Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Сергей Горбачев, и сегодня мы продолжим разговор о кистях из рыжей синтетики производства фирмы Рублев, а точнее поговорим вот о такой плоской кисти и ее применении в акварели. Благодаря упругости волоса в одно движение хорошо получаются детали с четкой геометрической формой. Многие из моих знакомых художников шутливо называют эту кисть кисточкой для домиков. Как вы видите, домики такой кисточкой легко получаются даже у меня.